композитор, органист, музыкальный теоретик, ученый и педагог. Его называли сыном Франции и всего мира. Один из самых ярких и своеобразных музыкантов 20 века. Оливье Мессиан создал свою музыкальную и мировоззренческую вселенную, свой музыкальный и ритмический порядок. При этом особенность представлений композитора, воплощенных в его сочинениях, связана не только с интеллектуальным достижением мудрости творения, сколько с поэтически окрашенным красочным восприятием божественного. Мы с вами сейчас помедитируем и погрузимся в состояние углубленной сосредоточенности и созерцания вместе с органистом Дворца искусств Александром Новоселовым.